Что там делает вообще? Что я видел? Где? Это моя собака. Короче, делает, в общем, и... Значит, я сейчас вам покажу. Это моя собака. Вы нашли мою собаку? Да, она в парке была, в общем, там ситуация произошла. Я сейчас ее... Все, смотрим это видео. Поехали. В общем, решил по парку пройтись. Немножко дождь прошел. Что это за чувак какой-то странный там? Странно он себя ведет. Что это он делает вообще? Что, и бьет? Что вообще непонятно. Кто-то подозрительный вообще. Ну стой. Ах ты зараза. Эй! Мужик, стой! Стой, я сказал! Сюда иди! Стой! Сюда ко мне прислал! Стой, я видел! Зачем? Я не позвал! Я видел! Да ничего ты не докажешь никому! Ты за все ответишь, ты понял? Что я отвечу? Да иди, они давай! Они разгладили здесь! Блин, вообще несчастный, как ты мог? Давай, блин, поцерковал и ладно, давай эти денег дам, все, отпускай! Ты денег, ты сейчас за все ответишь, блин, денег! Садись сюда, руки, чтоб я видел. Сюда вот сидишь. Чтоб я видел твое гнусное лицо. За все ответишь, ты понял? Да за что я... Чтоб руки я твои видел. Сиди здесь. Смотри. Сейчас я вызову. Так что, денег тебе не надо, да? За всеми деньгами. Ой, дурачок. Борец за справедливость, да? Алло. Здравствуйте, это полиция, да? Задержал тут человека одного. Вызвать наряд, чтобы его забрать. У меня камера все записала, в общем, все зафиксировано. Что-то посмейся мне еще. Не, не вам. Да, да, да. Улица, как она? Львовская, по-моему, 25, по-моему, так. Да, тот угол, получается, возле парка этого Максима Рыбина, не помню. Да, да, точно его, да. Хорошо, жду. Все, жду. Сколько, через сколько будете? Угу, спасибо большое. Ну все, готовься. Ага. Сейчас надолго сядешь, понял? Да. Закон такой. Думаешь, смешно это? Закона нет такого. Какого закона нет? Я все записал, ты собаке, блин, таблетки какие-то давал. Ты где? Хоть понимаешь, что это? Где они? Что у меня все с собой, блин, я забрал в рюкзак. Подкинул. Что подкинул? Ты, было видно, как ты там собаке давал. Это не твоя собака была, 100%. И не мой хлеб. Я просто нашел. Да, ты уже признался, что хлеб брал. У меня его нет. Да, сейчас за все ответишь, ты понял? Разберемся. Это ты тут собак вообще, да? Походу, это куча собак пропадает. А ты откуда знаешь? А я знаю. Разберемся. Мне повезло, что я тебя поймал. О, ничего ты не докажешь. Ты сильно умный, ты говоришь, за все ответишь, ты понял? Да ни за что я не отвечу. Сиди тихо, блин. Ты, я тебя спалил на камере, блин. Ты... Да ни хрена у тебя нету. Ты как ты мог вообще? Сержанта Панасюк. Здравствуйте. Вы вызывали полицию? Да, это я. Здравствуйте. Общем, расскажите, что случилось, что ничего произошло. Ничего не случилось, так, тихо, подставить здесь. Смотрите, ситуация какая. Я шел по лесу, в общем, видел, как он... У меня есть видеозапись именно. Твой хлеб был, да вообще никакой собака. Моя собака. У вас есть видео? Да, есть видео, сейчас я покажу, да, сам хлеб. Так, тихо сиди. Подождите. Незаконно. Смотрите, вот этот кулек, в общем, я у него забрал. Вот здесь хлеб, короче. Твою собаку кормил. Какая-то, ты убегал от меня. Вы знаете, кстати, в этом районе есть ориентировка, что собак. Ну, да, я, кстати, всегда слышал это. Пошлите. Пошли. Пытался убежать от меня. Он меня в лесу. Кто, да, собака? Есть... Нет, вот этот... Его посуд бери. Да, да. Всех, ты за все ответишь вообще. Всех, живодер, блин. Как так... Я, у меня до сих пор слов нету, как он мог так... смотрите, по видео я это вот... куда вам скинуть видеозапись? Подъедете завтра в 11 часов в управление. Угу. А какое? Ну, дежурного спросите, Панасюк. Там... А, я понял. Да. Это второе управление, да, получается, да, в этом районе? Да, да, да. Все, хорошо, спасибо. Все, смотрите аккуратно, а то он сопротивляется постоянно. Вот гад, а? За все ответит. Фух. Пор ситуация, ребят. Да... Стоп, там же собака осталась в лесу, мне надо ее наведать, может быть.
с ней наружу, чтобы она ничего не... Где же эта собака? Где же эта... Где-то она здесь была. Иди сюда. Сюда, хорошая. Смотри, у меня корма немножко есть. Привет, привет. Как ты? Как ты? Скажи, тебе ничем не там этот вот, не дал ничего плохого тебе? Маленькая, как дела? Ты девочка, да? Ты девочка. Как дела? Все хорошо? Слушай, у меня знакома твоя. Подожди, мордочка знакома. Мордочка, стой. По-моему, ты с ошейником. Точно, я тебя где-то видел. В объявлении, по-моему. А ну, все нормально? Слушай, может, тебя надо хозяевам отвезти, да? Держи, кушай. Хорош, идем. Идем, пошли, тебя надо отвезти. Пошли. Тём, как он мог вообще, такой, как ты? Такая же маленькая, хорошая. Сейчас накормлю, у меня еще корма чуть есть, да. Идем, хорошо, идем. Идем, пошли. Идем. Ты послушная такая. Такая-то домашняя, да? Сбежала из дома? Рассказывай. Идем, пошли. Идем, пошли. Вот, и ты сама идешь. Хочешь корм? Давай. Пошли, дам корма тебе. На. Идем, пошли. Идем. Да, молодец. Идем. На. Идем. Блин, ты ж такая добрая. Как тебя зовут? Сюда, не убегай, там дорога. Не убегай, на. Молодец, идем. Пошли. Сюда. Сейчас мы тебя хозяевам отведем. Да? Идем, пошли. Пошли. Так, идем, пошли. Ну такая игривая, молодец. Идем, пошли. Сюда. Давай. Давай там, целась, молодец. Все, сиди. Ух. Привет. Сейчас дам корм, сейчас. Не волнуйся, все хорошо будет. Не волнуйся. Сейчас поедем. Так, где-то я, знаешь, я видел где-то на столбе объявление. Может, это ты там была? Признавайся. Погнали. Аккуратно, не упади, держись. Сказал бы, пристегнись. Так, где же я видел это объявление? Я уже не помню. По-моему, где-то здесь. Ну как ты? Устала? Ты голодная? Надеюсь, он тебя ничем не накормил там плохим. Такая домашняя, хорошая. Ладно, поехали. Так, где же этот? В каком-то столбе вроде видел. Так, ага. Ага. Так, по-моему, это... По-моему... Да, это этот столб. Точно. Да. Ага. Сейчас посмотрим. Так, сиди здесь, я сейчас. Да! Точно, это она. 100%. Ничего себе. Смотри, это ты? Чуба? Тебя Чуба зовут? Точно. Похоже. Так, замолчу, набрать, выйти, звонить. Я еще волнуюсь. Звонить по телефону. Ну окей, давай наберем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юрий зовут. В общем, я увидел объявление на столбе, что вы собаку потеряли. Чуба. Это ваша? Да,
Чуп, это моя собака. Вы нашли мою собаку? Да, она в парке была, в общем, там ситуация произошла. Я сейчас все в порядке, она здорова. Да, все нормально. Я вот как раз узнал ее по объявлению и вот хочу вам ее передать. Боже, наконец-то, я так переживала, так волновалась. А где вы сейчас, когда вы сможете ее привезти? Ну, скажите мне адрес, я в этом районе, возле парка этого Максима, я не помню, как он называется. Это совсем рядом с нами. Да. Приезжайте. Все, хорошо, да, мы подъедем там, я думаю, это рядом здесь. Ой, спасибо большое, жду вас с нетерпением. Ну что, хозяйка, ты уже устала, бедная, да? Все, хозяйка тебя ждет, сейчас домой поедем. Да? Так ты Чуба, оказывается. Вот так вот. Все, ты болтишь уже? Ладно, поехали. Слава богу, хоть нашлась. Друзья, не забывайте, что я создал новый канал, который будет посвящен именно стримам. Там я буду с вами общаться, стримить. В общем, будет все самое интересное именно там. Поэтому ссылочку, конечно, я поставлю в описании. Переходите, подписывайтесь. И скоро для вас будет крутой стримчик там. Все, погнали. Так. Вот где-то сюда, по-моему. Не волнуйся, сейчас доедем. Хозяйки твои наволнуются за тебя. А ты в лесу гуляешь. По-моему, это там следующее. Ох, собака бежит. Да ладно, ничего себе. Чуть под колеса не попала. Видишь, какие собаки бывают, да? Ты послушная, ты хорошая. Так, по-моему, это здесь. 8, 7. Как там 4, по-моему? Так, по-моему, здесь. Да. Вроде здесь, окей. Будем твоей хозяйке звонить сейчас, да? Алло. Здравствуйте, это Юра опять. Я, в общем, привез ее, в общем, она здесь. Можете открыть, мы возле двери вас. Ой, заходите, там открыто. А, все, иду, хорошо. Все, да. Что, пошли, идем? Все, пошли, идем. Ну, пошли, давай. Давай, домой. Где дом? Заходи. Тут... Моя девочка, лапочка моя красавица. Спасибо вам огромное. Как? Все нормально, не волнуйтесь, я ее просто нашел в парке. Заблудилась там, в общем. Ситуация. Все с ней хорошо. А мужчина просто пытался что-то подкинуть, представляете? Тебя обижали, моя звезда. Пытался накормить чем-то, я его остановил. Я понял, что это не его собака, потому что он от меня убегал. Врачу, сегодня же пойдем к врачу. Спасибо вам огромное. Не волнуйтесь, у нас все хорошо, перепугалась немножечко. Как мне вас отблагодарить? Да не, ничего не надо, я просто привез, нашел ее. Узнал на столбе, что это ваша собака. Как это не стоит благодарности? Вы не понимаете, как это... Да я рад очень. Все хорошо, давайте, не волнуйтесь. Давайте все-таки вы как-то... Нет, все, просто не отпускайте ее, хорошо? Спасибо вам. Держитесь, чтобы она, ну... Ой, зайчик, смотри. Чтобы, не дай бог, не потерялась, потому что я очень волновался. Все, Чуба, хорошая собака. Я пошел. Она уже устала, в общем, она перепугалась. Моя красавица, да, ты такая хорошая девочка. Пойдем домой. Все, я тогда пошел. Все, еще раз. Всего хорошего, да. Не волнуйтесь, все нормально. Все, будьте здоровы. Все, следите за собакой, да. Фу, в общем, друзья, ситуация сложилась хорошо. Я очень рад, что я привел собаку хозяйки. Она очень волновалась и очень повезло, что я в этот момент был в лесу и видел эту ситуацию. Надеюсь, садят надолго, потому что я скину видеозапись в полицию. Такое нельзя оставлять на самотек, потому что
Много случаев было в том районе, и очень повезло, что я оказался тут рядом. Это просто фактор удачи, совпадения. Ребят, не знаю. В общем, спасибо большое, что посмотрели ролик до конца, что не перематываете, что ставите лайки, комментируйте. Всем, кто не подписался, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Все, ребята, всех обнял, всем мире благополучно, до новых встреч в новых сериях. Пока. Если вы хотите, чтобы я сразу же выложил продолжение этой части, давайте сделаем максимальное количество лайков, подпишемся на канал и нажмем колокольчик. И обязательно напишем комментарий в конце. Палим на повал, я поднялся на вершину, мое место пьедестал, благополучно.